To the town of Alfreel rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы добрались вот сюда, это какая-то штаб-квартира синдиката под названием Святой Петр. И здесь, в общем-то, как видите, мы устроили небольшую заваруху. Убивали этих головорезов, этих чертовых гангстеров. И сейчас давайте их облутаем. О, револьвер. Ладно, револьвер я брать не буду. Так, кассовый аппарат. Давайте их облутаем, потому что, как видим, у них есть довольно много крышек. И, в принципе, это нам никогда не помешает. Так, давайте возьмем еще костюм, починим свой, потому что он мне очень понравился. Хотя я вряд ли его буду носить, но для коллекции пускай будет. Так, крышечки еще. Так, гильзы. Патрон. Револьвер Magnum 44 калибра. Давайте возьмем, там, кажется, у меня есть такой же. И да, хорошо. Починим его до идеального состояния. Надеюсь, сейчас мы найдем здесь ихнего главаря. Он, кажется, называется Зиммер, если я не забыл, потому что прошлую серию я снимал довольно давно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, наверху у нас здесь... Наверху у нас здесь куча выпивки. Выпивки и сигарет. Ладно, этого брать не будем. Мне, кстати, говорили, что моих партнеров, моих напарников можно использовать как шкафчики. И они могут за меня переносить вес. Я думаю, я потом с этим разберусь. И если это действительно так, если они смогут за меня переносить кое-какие мои вещи, то это будет очень хорошо. Так, ладно, использовать ключ. Идем сюда, в подвал. Так. Подвиньтесь. Так, нам туда, там кто-то есть. Неужели там как раз-таки этот Зиммер? Сейчас все узнаем. Так, медицина. Медицина нам пригодится. Оружейный шкаф. Ух ты. Различные патроны в армии винтовки. Ладно, ПМ. ПМ, ладно, здесь есть ПМ. Господи, давайте на него посмотрим. Я даже не знал, что здесь есть ПМ. Пистолет Макарова. Да, действительно. Прикольно. Так, он использует какие патроны? 9 мм. Хорошо. Так, ну я думаю, мы его оставим. Нам нужно, в принципе, немножко веса освободить. Что у меня есть такое, что можно выпить или съесть, или выбросить? Так, ну что-то я пока что такого ничего не вижу. Так, стелсбой. Давайте выбросим один стелсбой. Я им и так не пользуюсь. Вот, нормально. И пока что будем ходить с Макаровым. Так, почему эти ящики светятся красным? Хм? Ладно, трогать не будем. Так. Полегче, курьер, засады здесь нет. Присаживайтесь, если хотите. У нас есть много о чем поговорить. Да, у меня есть с тобой о чем поговорить. Зиммер, ты мне сейчас за все ответишь. Ладно, так, садиться я что-то не очень хочу, потому что у меня уже есть небольшой опыт в Сьерра Мадре. Это что, золото? Или это нет? Это, кажется, патроны. Я уже подумал, что это золото. Ладно. У меня уже есть небольшой опыт в Сьерра Мадре, там меня также посадили на стульчик и под мою жопу подложили взрывчатку. Чертов Дин Домино. Да, я это помню. Так, пожалуй, я журнальчик у тебя заберу. Ладно, если хочешь, чтобы я сел, давайте будем садиться. Так, ну давай поговорим, Зиммер, что ты мне скажешь? Мне любопытно, что привело вас сюда. Я слышал очень много историй. Пожалуйста, простите мое восхищение, я редко встречал живую легенду. Что? Не подлизывайся, где мои деньги? Правильно, деньги. Они менее чем в 10 футах от вас. Их достаточно, чтобы обеспечить вас на всю оставшуюся жизнь. Никаких уловок, посмотрите через решетку на эти аккуратные стопки слитков. Должен признаться, у Анклава были прекрасные способности к печати. Значит, это слитки, да? Сейчас ты умрешь, я их заберу. Ладно. Дай угадаю, это та часть разговора, где ты попытаешься убедить меня уйти, не так ли? О, нет, мы опустим это, курьер. Я новичок в Мохаве, поэтому я поставил перед собой задачу познакомиться с историей, политикой, игроками. Каким-то образом, ваше имя у всех на слуху. На самом деле, я давно хотел встретиться с вами. Это правда. Это еще одна из причин, по которой я не подал газ в хранилище. Это было бы просто неприлично. Я знал, что запугать вас будет проблемой. Возникнет вероятность того, что вы появитесь здесь.
Я с нетерпением ждал этого, достойного противника, а также возможности прославить свое имя, в то же время позволить вам уйти с достоинством. Как вам это? Человек, который убил 6-го курьера, звучит неплохо, прямо как название одного из довоенных вестернов. Ой, господи, давай с этим покончим, без лишнего пафоса. Так. Ты, твоя организация, ничего не значит для меня. Как сильно сказано, курьер, вы просто ранили меня. Видите ли, мой работодатель наградил меня за мои услуги организации, я преуспел. Интересно, что люди делают с богатством? Некоторые вкладывают в инвестиции, другие сливают все на выпивку, кисок, мимолетные удовольствия. Я покупаю имплантанты. Их не очень приятно вводить, но как хорошо, когда они поселятся в вашем теле. Один из моих имплантантов регулирует сердечно-сосудистую систему, и он оптимально настроен для конкретных целей. Когда я его активирую, он может работать как своего рода смертельный детонатор, подключенный к взрывчатому веществу. Кстати, вся добыча заминирована высокоэффективной взрывчаткой. Если я умру, то мой имплантант вызовет взрыв С4, способный похоронить здесь каждый слиток золота. Возможно, вы не заботитесь о золоте, и это прекрасно, но если оно вас интересует, то слушайте внимательно. Я могу выключить сигнал моего имплантанта, если вы согласны драться со мной на моих условиях, с катаной. Если вы победите, то получите золото. В противном случае, ничего. Ну ладно, я думаю, я смогу подраться. С тобой на катанах. Прекрасно, я буду сражаться на твоих условиях. Очень хорошо. Я положу ваше оружие в соседний шкафчик. Ключ от него будет у меня. Это на всякий случай, если вы окажетесь лучше меня. Вы будете использовать вот эту катану. Пойдемте куда-нибудь, где немного больше места. Так, ладно, будем сражаться. Так, покажите мне хоть что-то. О, Ива, Бун! Вы здесь, да? Давайте, разберемся с ним по-быстренькому. Так, он упал, хорошо. Сейчас быстренько его добьем. В общем-то, да, как видишь, мои друзья никогда меня не бросят в беде. Вы победили Зиммера в поединке, таким образом получив доступ к наследию Селлеров. Конечный эффект от смерти Зиммера сомнителен, но на некоторое время вы ослабили хватку синдиката в Мохаве. Ну, вот и все. Да, Зиммер? Да, сволочь! На, скотина, из-за тебя умер Брэдли. Мои верные друзья меня никогда не бросят. Ключ Зиммера, бутылочная крышка, стимулятор. Берем. Так, полицейские очки. Довольно прикольные, берем. Так, костюм Зиммера давайте возьмем себе на память. Будет у нас как трофей. Хорошо. Идем отсюда. Так, где он там дел мое оружие? Так. Не здесь, наверное, в оружейном шкафу. Нет. Где ты засунул мое оружие? Так. Здесь есть какие-то патроны, но здесь, кажется, отсюда ничего не можно брать. Потому что оно все красным. Так. Возможно, здесь? Нет. Куда он дел мое оружие? А, вот, наверное. Да, оружие Андрикса. Ух ты. Мое оружие. Забираем. Взять все. Так, замечательно. Задание завершено. Следующий уровень. Так, ну, кажется, разобрались. Сейчас будем забирать свое сокровище. Так, что мы можем прокачать? Давайте науку. Мы хотели качать науку, так что... Хорошо. 99. Черт побери. Одного не хватило. Ладно. Так, здесь, я думаю, мы возьмем что-то, я даже не знаю что. Здесь так много всего интересного. Так, ядер-химик, под давлением, вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда не можете оправдать надежды тех, кто следует за вами. Понятно. С этой способностью ваша скорость атаки зависит от общего количества компаньонов. То есть, интересная штука. Так, дружеские подколки... Ваши попадания наносят спутникам куда меньше поражения, позволяя вам беспечно поливать огнем всех вокруг. В принципе, это тоже неплохо. Во, смерть на взлете. Если вы убиваете цели в режиме ВАЦ, вы получаете 20 очков действий после выхода из этого режима. Режим слоумо также засчитывается. В принципе, это неплохо. 20 очков действия что-то маловато. Я думал, мне все будет восполнять. Ой, я даже не знаю, что взять. Так, химикатомания. Это нет. Компаньоны будут использовать химикаты. Так. Ладно, давайте, наверное, я быстренько здесь все посмотрю. Почитаю, что здесь есть интересного. И когда что-то выберу, тогда мы вернемся. В общем-то, вот. Такой вот навык я нашел. Тактический стратег. Я думаю, мы его возьмем.
он дает на 10% больше урона при использовании ватса. Так что давайте возьмем, хорошо. Так, эту катану нужно бы выбросить. Так, вот. Она мне, в принципе, ни к чему, да и еще все равно меня, у меня перевес. Ай, что здесь есть такое еще, что мне не нужно? Господи, сколько всякого говна. Так, костюм Зиммера, костюм Синдиката. В принципе, пускай будет. Хирургическая маска. Так, довоенную шляпу выбросим. Дальше, дальше. Берет, берет оставим себе. Берет, это хорошо. И давайте, наверное, костюм Синдиката выбросим, потому что у нас есть костюм Зиммера, и его нам будет достаточно. Так, хорошо. Дайте мне в руки какую-то пушку, а то я себя не очень хорошо чувствую без нее. Так, где мой Спрингфилд? Вот. И все, да, мы с заданием покончили. Да, замечательно. Наследие официально пройдено. Так, пойдем посмотрим на наше сокровище, на нашу добычу. Эх, Брэдли, жалко, что ты этого не видишь. Золотой слиток Анклава, господи. Какие они дорогие. Так, что здесь еще есть? Довоенные деньги, берем. Давайте для начала ящики облутаем. Так, хорошо. Еще. Так. Очень много довоенных денег, хотя они очень мало стоят, но все же. Главное для меня это золото. А деньги это так. Я думаю, мы их сможем потом либо обменять на фишки, либо продать. В общем-то, да. Золотые слитки я, наверное, пока что здесь оставлю. Я не думаю, что оно все пропадет. И я, наверное, сейчас пойду в свой номер, президентский люкс. Оставлю там то, что мне не нужно. Так, кстати, заколки. Оставлю там то, что мне не нужно. В общем-то, скину эти все костюмы, эту всю фигню. Так, здесь мы дрались. И тогда уже вернусь за своим золотом. Так, пустой шприц. Хорошо. И, думаю, будем искать дальше, чем бы здесь заняться. Так, никто не набежал? Никакие гангстеры-головорезы? Кажется, нет. Так, да, здесь все по-старому. Хорошо. О, господи, здесь у нас очень темно. Так, и ладно, давайте попрощаемся с вами на несколько секунд. Я пойду это все сброшу, весь лишний груз. Очищу себе переносимый вес, и тогда мы вернемся, заберем золото. В общем-то, когда я все это решу, тогда мы продолжим. Будем выполнять какое-то другое задание. В общем-то, да, все посмотрим позже. Итак, увидимся через секунду. Итак, продолжаем. Как видите, я оставил свои золотые слитки вот здесь, в этом сундуке. Теперь они там у меня будут храниться. Еще я побегал по торговцам, распродал весь ненужный хлам. Теперь у меня очень много доступного веса и 14 тысяч крышек. Еще я починил свой бронированный пыльник, так, костюмы, вот. И еще немножко починил свою крупнокалиберную снайперку. Вот, теперь все очень-очень хорошо. Деньги есть, золото есть, оружие есть. В общем-то, так, уходим отсюда. Виктор, пожалуйста, отвези меня на самый нижний уровень. Так, да, казино, все замечательно. Идем отсюда. Сейчас, наверное, продвинемся немножко по основному сюжетному квесту. И уже, начиная со следующей серии, будем выполнять какое-то DLC. Так. Давайте зайдем в задание. Легенда о звезде нет. Вот, Джокер, туз в рукаве. Поговорите с Есменом о том, как получить контроль над Нью-Вегасом. Идем сейчас к Есмену. Будем выполнять задания, которые он нам дает. Так, он у нас в казино Топс. Это где-то здесь должно быть. Так, на мистера Хауса я работать не буду, я уже решил. В принципе, мне лучше самому это все контролировать и быть самому себе работодателем. Так. Да, привет, привет. Я оставлю оружие, конечно, держи. Да-да-да, я все это уже слышал. До свидания. Не называй меня детка, потому что я когда-то тебе вынесу мозги, и на этом все закончится. Кстати, в общем-то, ты скоро будешь работать на меня, если я заполучу над этим всем контроль. Сейчас... Кто там кричит?
Сейчас посмотрим, что нам скажет Есмен, что нам нужно делать. Так, лифт на 13 этаж. Так, где тут у нас бывший номер Бенни? Так, это куда-то дальше. А нет, вот здесь. Так, здесь у нас должен быть проход. Вот, и привет, Есмен, привет, мой дорогой упоротый робот. Просто обожаю эту платиновую фишку. От нее так и веет силой и возможностями. На твоем месте я бы с удовольствием отнес ее мистеру Хаосу, чтобы открыть все ее секреты. Ну, это, конечно, если ты не хочешь, чтобы к власти пришла НКР или Легион Цезаря. Ну, не мне тебе подсказывать. В общем-то, я хочу сам это все захватить. В чем заключается его план? Повторяю, цель номер один — устранить мистера Хаоса и установить мою нейровычислительную матрицу на главный компьютер Lucky 38. Поскольку ты тут недавно, я также советую тебе поближе познакомиться с местными племенами, чтобы разобраться, что они за люди. Когда ты со всем этим закончишь, Легион будет готов напасть на дамбу Гувера, и мы задействуем последний этап плана. Хорошо. В общем-то, допустим, с мистером Хаосом случится несчастный случай. Как это может произойти? Мне очень неловко это признавать, но я понятия не имею. Я никогда не был в Lucky 38. Никто не был. Я был. Но там живет мистер Хаус, это центральный узел всей его сети. Мне удалось побывать в Lucky 38. Правда? Ух ты, это круто! Теперь ты можешь убить мистера Хауса в любое время. Я имею в виду, Бенни все придумывал, как попасть в Lucky 38, а тебе это уже удалось. Ух ты! Еще тебе нужно добыть платиновую фишку. Ну, знаешь ту, из-за которой Бенни убил курьера возле Good Springs. Убил курьера? То есть, что ты знаешь о курьере, которого пристрелил Бенни? Ты даже не знаешь, что это я, да? Я знаю, что он нес платиновую фишку, и я точно знал, где Бенни должен был его подловить. Для этого Бенни меня сюда и поставил, перехватывать передачи данных мистера Хауса. Все они, разумеется, зашифрованы, но я неплохой дешифратор. Тебе известно, что мистер Хаус потратил 812 545 крышек на поисковые команды, отправляя их одну за другой, за платиновой фишкой? И это только за последний год. Ну, еще бы тебе это было известно. Или что курьеров было всего семеро, но шестеро несли просто мусор. А как насчет их точных маршрутов и команд наемников, которые за ними следили? Я это все знал. Какой я умный, а? Понятно, я курьер, которого подстрелил Бенни. Ха-ха, это неправда, у тебя голова все еще на плечах. Я серьезно. Ха-ха, да не особо смешно, когда тебе прострелят башку. Мне, наверное, неприлично так гордиться тем, как я все устроил, да? Мне сейчас так неловко. Да нет, я не буду тебя убивать. Платиновая фишка у меня, помнишь? Ну еще бы, извини, это прекрасно, что она у тебя. Платиновая фишка, ключ ко взлому и захвату защитного комплекса мистера Хауса. Я что сказал, захвату? Это не очень хорошее слово. Поговорим о чем-нибудь другом. Извини, если я тебя утомил. В общем-то, что мне сейчас нужно делать? Так, там у меня задания появились. Давайте посмотрим. Так, Джокер, делайте ваши ставки. Посетите Братство Стали, направляйтесь в Ультралюкс, посетите общество Белая Перчатка, сообщите Есмену, что вы посетили Гамору и намерены игнорировать Эмерту, направляйтесь в каньон Ред Рок и познакомьтесь с Великими Ханами, направляйтесь на авиабазу Неллис и познакомьтесь с бомбистами. То есть я должен со всеми ими познакомиться. И я так понял, либо их уничтожить, либо заключить какое-то соглашение. Ладно, я думаю, сейчас мы пойдем к Братству Стали, будем знакомиться с ними. Так, убейте или устраните мистера Хауса. Ну, мистера Хауса, я думаю, мы убьем уже позже. А сейчас давайте будем с этими всеми организациями потихонечку решать. Давайте в этой серии разберемся с Братством Стали, а в следующей уже пойдем по какому-то DLC. Так, выходим отсюда. Так. Сейчас посмотрим по карте, после того, как выйдем, где у нас обитает Братство Стали. И пойдем с ними знакомиться. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Я бы, в принципе, не против заключить союз с Братством Стали, потому что они вроде бы ребята неплохие. В третьей части они себя неплохо показали, и я думаю, что здесь они тоже должны быть ребята неплохие. Так, мое оружие, надеюсь, мне отдали. Ну, в принципе, да, куда они денутся. Так, хорошо, дайте мне мою пушку в руки, потому что я себя, как уже говорил, очень неудобно чувствую без нее. Так, карта. Где у нас Братство Стали? Господи, сколько различных маркеров.
И все они куда-то ведут. Так, где у нас вообще может обитать братство стали? Либо здесь, либо где-то вот здесь, либо здесь. Но, скорее всего, это где-то здесь. Потому что здесь у нас НКРовцы. Так, я уже у НКРовцев изгой, да? Им не понравилось то, что я не заключил с ними соглашение или что? В общем-то, понятно. Ладно, я думаю, мы пойдем от... Наверное, от кладбища Гудспрингса пойдем вот сюда. Посмотрим, что у нас там. Возможно, это братство стали, возможно, это кто-то другой. Сейчас посмотрим. Так, хорошо. Куда нам теперь двигаться? Блин, Гудспрингс, как давно я здесь не был. О, скорпионы. Привет, скорпиончик. Пока, скорпиончик. Так. Здесь мы начинали, если вы помните. Здесь, на этом кладбище, нас хотел закопать Бенни. Точнее, даже закопал. И, в общем-то, этот робот Виктор вытащил меня из могилы. Ну, Виктор скоро будет работать на меня, так что все хорошо. Так, нам нужно идти вон туда, в ту сторону, да. Что это за крест? Давайте подойдем поближе, посмотрим. Немножко сегодня поисследуем, возможно, найдем что-то интересное. Так, хорошо. Так, что это за бункер или что? Пока что не могу понять, возможно, это как раз и есть братство стали. Сейчас все увидим. Так, ну пока что врагов никаких нет. И это, в принципе, радует. Так, что же это такое? Что это за крест? Странно. Так, давайте для начала пойдем, наверное, туда, либо... Нет, давайте сначала посмотрим, что это за хижина, что это за бункер, потому что он ближе. Заброшенная лачуга. Так, ну если заброшенная, то здесь, по идее, никого не должно быть. Так и есть. Так, мачете, маис, отходы электроники. Так, ну, в общем-то, здесь есть кровати. Здесь можно, если что, перекантоваться. Это хорошо. Так, аптечка. Аптечка, противоядие. О, противоядие — это хорошо, потому что меня несколько раз уже цепляли эти мухи, мутировавшие косадоры. И после этого у меня было отравление. Так. Кто-то есть, да? Это скорпион. Дайте я его уничтожу. Есть. То Ива и Бун сейчас бы его разорвали. Так. Что это? Корень Зандер. Давайте возьмем. Возможно, потом что-то скрафтим. Так, что это? Мемориал Янзы. Китайцы или что? Так, и что здесь есть? В этом мемориале. Так, что это? Загадочный меч. Вы слишком слабы для использования меча. Нужна сила 8. Так, понятно. В общем-то, я теперь знаю, что мы будем дальше качать. Главное, не забыть, что здесь есть такой вот меч. И что здесь есть такой мемориал. И что для этого нужна сила 8. Так, ладно, мы сюда обязательно вернемся. Так, сейчас направляемся дальше, вон туда. Так. Что это? Здесь пока что только горы. Ничего не вижу, никакого бункера. Странно. Возможно, здесь как раз-таки не братство стали, а эти... Как их там, господи? Секундочку. Так. Возможно, что здесь как раз-таки авиабаза Неллис. И здесь обитают эти бомбисты. К сожалению, пока что сказать не могу. Ну, в общем-то, посмотрим, кто там есть. Ну, думаю, сегодня мы решим с ними. Так, я человек-тапок. Замечательно. Так. Кто еще? Кто? Где? Скорпионы, да вы меня уже достали. Так, есть. Да все, успокойтесь. Он уже мертв. Так, блин, этот мемориал Янцы. Довольно интересная вещь. Меня это уже затянуло. И я уже хочу побыстрее прокачать себе силу. Так, вы кто? Мне кажется, не агрессивные. Так что я на вас нападать не буду. Так, подрывники, да? Да. Да, в принципе, у меня есть друзья. Не норм.
Так, нам куда-то туда. Это, наверное, где-то на горе, либо за горой. Ну, сейчас посмотрим. Не будем загадывать наперед. Так. Что там у нас такое? Я уже даже не помню, был ли я там или нет. Кажется, нет. Здесь я еще в этих местах не бродил. Так что вряд ли я бывал на этом заводе или что это. В общем-то, думаю, в будущем мы еще там побываем. Так. Я, кажется, иду правильно. Что это у нас? Hidden Valley. Hidden Valley мне пока что ничего не говорит. Так. Нужно как-то пробраться за эту ограду. Я вон вижу ворота, так что нормально. В принципе, Рекс уже их нашел до меня. Спасибо, Рекс! Куда ты рвешься? Вроде бы никуда. Так, и где здесь мне кого искать? И что это такое? Это авиабаза или нет? В принципе, на авиабазу не очень похоже. Так, вижу врага. Так, враг, ты где? Это скорпион. Господи, Рекс, черт тебя побери, что же ты лезешь мне под прицел? Эх, какая ты упоротая собака все же. Так, ну мне показывают куда-то вот сюда. Так, выдолбленный камень. Да ладно. Здесь что-то мы нашли. Мне все равно показывают еще куда-то вот сюда. Но это где-то подо мной, да? А где здесь вход? Странно. Так, ладно, сейчас нужно все здесь внимательно исследовать. Так, возможно, через эти люки, или это даже не люки, какие-то решеточки, возможно, через них будет путь. Так, а это что? Это какой-то бункер. Так, давайте продвинемся туда. Для начала посмотрим там. Так, это что, еще скорпионы на радаре? Да, конечно, их здесь полно. Кажется, даже попал. Даже кританул. Круто. Так, и кто здесь? Бункер. Так. Ну, в принципе, думаю, загасите, да. Так, кто у нас здесь обитает в этом бункере? Так, мне показывает маркер назад. Но все же я хочу посмотреть, что есть в этом бункере. Так, интерком, ничего не слышно. Алло, ничего не слышно. Хм, дверь на среднем. Так, давайте включим свет. Да, черт побери, я хочу свет включить. Вот, и взломаем эту дверь. Так, господи, вот, хорошо. Отлично, за ней ничего нет, хотя... Рекс, господи, только не зажми меня в углу. На черт тебя побери, собака. Так, Рекс. Рекс. Ну, отлично, он меня зажал. Твою мать, не ходи за мной. Так, там у нас тоже ничего нет. Господи, он уже меня туда толкает. Ладно, идем отсюда. Здесь, кажется, ничего такого полезного. Так, да и мне маркер, в принципе, указывает назад. Так что сюда мы, наверное, зашли довольно зря. Так, скорпион. Я даже не успел выстрелить. Так, ладно, нужно искать что-то дальше. Давайте будем смотреть на эти решеточки. Возможно... Так, здесь какой-то вентилятор. Возможно, будет проход в одной из них. Так, здесь тоже ничего. Да, ну я думаю, сейчас мы что-то найдем. Не буду же я отсюда уходить с пустыми руками. Так, еще один бункер, да? Давайте посмотрим. Так. Так, что в этом бункере? Что это за бомбоубежище? Так, он тоже довольно сильно разрушен. Так, свет... Так, интерком. Здесь тоже ничего не слышно, да? Есть тут кто? Кажется, никого здесь нет. Дверь на простом. Взламываем.
Так, понятно. Идем отсюда. Опять мы не туда куда-то попали. Ладно, посмотрим. Может быть, здесь еще есть бункер. И в нем наконец-то что-то или кто-то будет. Так, давайте вылезем вот сюда. И осмотримся немножко. Так, где здесь еще что-то может быть? Вон, кажется, вижу еще один бункер. Идем туда. Сегодня у нас исследование бункеров. Довоенных бомбоубежищ. Так, заходим. Так, нам маркер опять показывает назад, так что, возможно, мы опять не туда зашли. Ну ладно. Поисследовать все же это все интересно. Так. Кто у нас здесь? Что у нас? Так, стоп, стоять! Вы, братство, встали, да? Я, в общем-то, вас и ищу. Так, все, мир, нормально. Нападать не будете? Кажется, нет. Слушай внимательно и делай, что я говорю. От этого зависит твоя жизнь. Давай сюда все, что у тебя есть. Оружие, патроны, одежду, броню. Все, раздевайся до нижнего белья. Что? Я не собираюсь отдавать все, что у меня есть, тебе и твоим жестяным дружкам. Ты, кажется, не понимаешь, что твое существование рискует вот-вот прерваться. Так ты подчинишься или нет? Нет, я не подчинюсь. Ты что, офигел вообще? Возможно, мы поговорим как-то по-нормальному? Тем проще для нас. Ладно, не хотите по-нормальному, я вас буду уничтожать. Да, недоходчивые какие-то ребята. Ну, в общем-то, я вашу броню заберу себе. Не норм. Так. Да умри ты, плохой паладин. Все, готовы. Так, еще есть. Господи, их довольно много. Нужно брать оружие, наверное, посильнее. Давайте возьмем крупнокалиберную снайперку. У нее урон конкретный. Так, есть. Так, по-быстренько мы используем стимулятор, а то меня что-то покоцали. Так, нормально. Так, Бун, осторожно, сзади. Прикрываю. Готов. Так, в общем-то, какие-то ребята попались недружелюбные. Раздевайся до нижнего белья, давай нам все. Да пошли вы в жопу. Так, жетон, истощенная батарея, ключ, стимулятор. Так, силовой шлем, силовая броня. Давайте возьмем. Я могу это одеть? Нет, мне нужно умение, чтобы носить силовую броню. Ну, в общем-то, я видел в перках, что можно взять себе такое умение. Так что, я думаю, потом возьмем. Так, будем пока что чинить эту броню. Она довольно дорогая, довольно неплохо защищает. И, в принципе, мне она нравится. Господи, я закрыл случайно дверь. Чуть себя не придавил. Да, я умею. Автогаусс. Блин, очень упоротый, но все же я возьму. Так, опять я набрал кучу веса. Ну ладно. Так. Трехлучевые винтовки нам не нужны. Так. Теперь у нас броня в идеальном состоянии. А шлем... Так, а шлем почти в идеальном. Нормально, пойдет. Так, больше нет никаких братьев стали. Вроде нет. Хотя вот, еще один. Так, мне нужен твой шлем, которого я не вижу. Так, гауска. Обычная гауска у меня уже есть. Ключ. Так, шлем. Вот, другое дело. Теперь у меня броня братства стали в идеальном состоянии. Так, инфо, задание. Посетите братство стали. Но я его посетил. Нет, я не намерен игнорировать братство стали. Давайте, наверное, пойдем дальше. Посмотрим, что здесь еще есть. Так, сегодня, я думаю, поисследую этот бункер, да и братство стали в целом. Хотя как поисследую, правильнее сказать, разберусь с ними. Так, господи, господи, они меня неплохо гасят, подвиньтесь, друзья. Мне нужно взять стимулятор, использовать. Так, Рекс, ты уже, вижу, расправился с одним из них, да и второй лежит, хорошо. Автопистолет Гаусса, Странная штука, давайте возьмем. Потому что меня он довольно неплохо гасил. Так, жетоны тоже будем брать. Так, гауска обычная не нужна. Нормально. Так, хорошо, идем дальше. Думаю, сегодня этот бункер мы полностью зачистим. Так, терминал контроля турелей, взламываем.
Я потерял карму. Да ладно, за что? Это же братство стали. Мне они не нравятся. В прошлой части, в третьем Fallout, они были вроде бы нормальными ребятами, но здесь, после того, как они раздевайся до нижнего белья, давай нам все, как они это мне сказали, то, в общем-то, у меня отпало любое желание с ними сотрудничать. Так, вот. Так, так. Все, так, давайте будем угадывать слова. Кстати, их здесь, кажется, осталось только два. Так что нет. И это верно. Так, отключить терминалы. Ну, давайте отключим и изменим параметры целеуказателя. Так, стреляйте в зарегистрированный персонал братства. Уничтожайте своих. Слышу, процесс пошел. Так, терминал на очень простом. Здесь у нас что? Так. Давайте, наверное, попробуем угадать. Слово, в принципе, не очень. Так, Холли нет. Зато три правильных буквы. Так что это Холд. Да, все верно. Здесь у нас что? Записи. Читаем на паузе. Хотя, что здесь читать на паузе? Все еще никаких вестей от пропавших дозоров. Когда их отправили, я было начал надеяться, что старейшина планирует покончить с режимом изоляции. Но сейчас... Оказывается, примерно в то же время, как отправили те дозоры, несколько наших лучших людей также покинули бункер. А я и не знал об этом. Когда я спросил об этом старейшину, тот ответил, что им поручено важное задание. Слишком важное, чтобы поставить в известность своего начальника службы безопасности. Что-то тут не то. В общем-то, понятно. Так, какие-то у них там важные задания. Давайте выйдем, пойдем вот сюда. Так, ну я вижу, что турели уже там почти зачистили все и без меня. О, кстати, рыцарь. Привет, рыцарь. Так, стимулятор, батарея. Берем развед, броню оставь себе. Так, турели, я вам помогу, пожалуй. Вот, лети. Хорошо, отправляем их на Луну. Так, турели, хорошо, что по мне не стреляют. То есть я для них теперь как свой. Это замечательно. Так. Что это? Сеньор Скрайп Шулер. Господи. Что за шулер? Так, я хочу посмотреть, что это за шулер. Так. Ряса писца братства. А, это писцы, понятно. В общем-то, писцу настал... Вы поняли. Так. Жетон, господи, сколько я уже этих ключей набрал? Что, пулемет Гаусса? Да ладно. Берем. Берем, посмотрим, что это за вещь. Так. В принципе, неплохо мы сюда сходили, нашли пулемет Гаусса. Я думаю, он, в принципе, будет неплохой. Хотя я не люблю никаких лазерных пиу-пиу, но все же. Так. Аптечка, которую я опять не могу взять. Господи, Бун без сознания. Кто подстрелил Буна? Бун, ты где? Я даже не вижу, куда ушел Бун. Упоротый он. Ладно, пускай себе там поваляется. Так, ладно, в сундуки братства уже лезть не будем. Так, турель своя. Все хорошо. Идем сюда. Так, где еще враги? Вот враг, господи. Что ты делаешь, женщина упоротая? Рыцарь Торрес. Да ладно. Ложись. Так, блин, я не могу сюда пролезть. Ладно, ты будешь моей мишенью. Получай. Готово. Так, а как мне туда попасть? Вон вижу какая-то дверь. Возможно, нужно как-то все это обойти. Хотя и обходов я как таковых здесь не вижу. Так, здесь у нас мишени, то есть для тренировок все. В общем-то, понятно. А ну, попробуем. Бум. Не знаю, попал, нет. Так, давайте здесь где-то я видел проход вниз. Спустимся, и там, кажется, снизу есть дверь. Да, здесь есть также нижняя дверь. Ладно, там я видел дальше. Возможно, мы сможем пройти туда, где была та женщина. Блин, нужен ключ, да ладно. Я взял 10 ключей. И какой из них мне нужен? Господи. Ива, где ты подевалась? Почему со мной только Бун и Рекс? Так, здесь еще какие-то кровати.
Так, тут вроде бы такого ничего. Ладно, давайте будем подниматься. Так, неужели мы уже всех вычистили отсюда? Что-то я не думаю. Где-то, я думаю, тут есть еще проход. Ладно, сейчас все узнаем. Вот, кстати, привет. Получай. Так, хорошо. Мозги разлетелись. Так, еще один писец братства. Пистолет, огнемет. Да ладно. Сколько у вас здесь этих всех технологических фишек есть? Давайте возьмем. Он немного весит. Так, это тоже писец братства. Так, ладно, нам не сюда, значит, куда-то дальше. Так, тут их шкафчики. Так, где здесь проход дальше? Почему я не могу его найти? Или это все? Это уже вся база. Так, ну это, кажется, дверь назад или нет? А, это вообще недоступная дверь. Понятно. Ладно, сейчас что-то найдем. Так, я отсюда, кажется, спустился. Да, я здесь убивал этих всех солдат. Так, значит, сюда я спустился. Дальше. Здесь дверь недоступная. Значит, только сюда у нас есть ход. Господи, опять я заблудился. На этот раз в бункере братства стали. Хотя, стоп, почему заблудился? Так, здесь я еще не был. В принципе, я не заблудился, потому что выход я знаю где. Так, возможно, здесь нет. Я хочу продвинуться дальше. Так, тут я был, только что убил писца. Здесь у нас есть какой-то проход. Это дверь. Бункер хит. Вот, Hidden Valley уровень 2. Хорошо. Наконец-то мы нашли, куда идти. Так. Вот, вижу кучу целей. Идите сюда, мои маслята. Так. Разберешься, Бун, нет? Господи, я, кажется, Буна немножко подстрелил. Черт, все в огне. Умри, писец. Кажется, не попал. А, ладно, и так умерла. Так, лазерные пистолеты. Хорошо. Бун, господи. Что ты делаешь? Не валяйся здесь. Зачем я взял рясу? Хотя, возможно, пускай себе валяется для коллекции. Так, очки для ощущения. Нет, вот, пистолет, огнемет еще один. Еще одна ряса. Давайте это все починим. Будет у нас коллекция различной одежды. Так, оружие. Пистолет, огнемет. Так, давайте посмотрим, что это за пистолет, огнемет. Мне просто интересно. Я такого раньше никогда не видел. Так, что здесь за компьютеры? Терминалы. Доступ к данным. Отличный доступ. Так, здесь у нас что? Такое же самое, да? Ну, конечно. Так, повторная загрузка, понятно. Все у нас здесь зашифровано. Здесь тоже, да? Да. Все данные зашифрованы, так что я не думаю, что мы сможем что-то из этого себе, какую-то выгоду извлечь. Так, кто там кого уничтожает? Господи, я тоже хочу. Так, задание провалено. Не суйся в чужие дела. То есть, что за задание? Я не до конца понял. Сплошные заботы. Странно. Так, я еще не всех уничтожил. Да ладно. То есть, из-за того, что я уничтожил братство стали, они мне могли дать какие-то задания, да? В общем-то, это меня не интересует. Не буду я на них ничего выполнять. Так, кстати, я так понял, что этот пистолет-огнемет говно. Давайте возьмем. Давайте возьмем нашу обычную винтовочку, спинку. Так, ты кто? Стоять! Получай! Я выстрел в стену, да? Есть. Так, еще там куча врагов, господи. Так, давайте добьем их до конца.
Господи, зачем ты гасишь моего Рекса? Есть. Миниган. Заклиненный. Да зачем мне заклиненный миниган? Так. Ну здесь, я так понял, какая-то мастерская. Так, Рекс, кого-то там еще загрыз. Так, камера. Хорошо. Так, что у него? Вижу какую-то интересную пушку. Так, что это за интересная пушка? Это лазерная винтовка ВАЦ, да? Наверное, да. Ладно, оставь ее себе. Так, Рекс, господи, подвинься. Так, ну все, кажется, всех уничтожил или нет? Ух ты, да ладно. Это же такие... Блин, как они называются? Забыл. В общем-то, такие же сами фигни, как были в третьем Fallout'е. В той миссии с виртуальной реальностью. Кто проходил, тот поймет. Господи, Ива, опять. Так, какой-то терминал упоротый. Можно поспать. Так, что у нас здесь? Понятно, ничего. Так, еще какой-то терминал. Терминал подтверждения самоуничтожения. А ладно. Господи. Сгенерировать пароль. Вставьте все три ключ-карты. Так, по приказу старейшины Макнамары запуск последовательности самоуничтожения бункера требует подтверждения главного писца, главного паладина и старейшины отделения. Каждому из этих братьев была выдана ключ-карта, подлежащая использованию в случае необходимости. Когда будут вставлены все ключ-карты, будет сгенерирован пароль к терминалу самоуничтожения, расположенному справа. Пожалуйста, немедленно докладывайте об утере или краже карт. Понятно, то есть мы можем уничтожить этот бункер, да? Либо же сломать терминал самоуничтожения и без ключ-карт его запустить. Наука, сколько у меня? 99, кажется, была, да? Да, давайте сидим ментаты и сломаем этот терминал. Так, наука 100, хорошо, давайте сохранимся. В общем-то, будем уничтожать. Посмотрим, что из этого у нас получится. Так. Ой, как много различных сложных слов. Так, давайте что-то попробуем убрать. Так, еще что можно убрать? В общем-то, кажется, все. Ладно, пробуем. Так, нет. Возможно, conversation. Да, угадал, замечательно. Так, и инициировать самоуничтожение бункера. Да, я уверен, что хочу инициировать последовательность самоуничтожения. Последовательность самоуничтожения инициирована. Пожалуйста, покиньте бункер, соблюдая спокойствие и порядок. А, мы все умрем! Господи, где здесь выход? Убегаем. Так. Здесь не выход. Черт побери, Рекс, только ты сейчас мне не мешай. Так, вон, вижу выход. Так, идем отсюда. Потихонечку, без паники. Я забыл, куда мне нужно идти, но куда-то вот сюда. Так, в эти двери, да. Хорошо, что есть маркер, он меня отсюда выведет. Так, дальше куда-то сюда. Так, спокойно, без паники. Я надеюсь, что оно не взорвется раньше, чем я выберусь. Так, дальше куда-то сюда. Хотели раздеть меня догола, да? До нижнего белья, сволочи. Получайте за это. Так, уходим отсюда. Все здесь? Все. Главное, чтобы там никто из друзей не остался. Потому что взрывчивый будет эпичным. Так, перезарядочка. Так. Господи! Как оно рвануло! Так, еще какое-то здание провалил. В общем-то, да, неважно. Так, хорошо, братство стали уничтожено. Отныне официально. Так. Сообщите Есмену, что вы уничтожили бункер братства стали. Хорошо. Это мы ему сейчас и пойдем и сообщим. Аж снег пошел. Так, в принципе, неплохо мы сегодня поработали. Идем в наше казино Топс. Так, сюда нам нужно. Северные ворота Стрипа.
Хорошо. Так, думаю, в будущем мы разберемся еще с остальными, с кем нам нужно разобраться. Ну, возможно, остальных уже уничтожать не будем. В общем-то, посмотрим, что они мне скажут. Если они будут такие же, как и братство, будут говорить «раздевайся», то, конечно же, я и буду уничтожать. Так. Нам еще дальше. Господи. Игра, приди в себя. Хорошо. Так, Yes Man, у меня для тебя интересные новости. Я тебе их хочу быстрее принести. Блин, нет никакого быстрого доступа к Yes Man. Возможно, какой-то подкоп или какой-то проход секретный. Пока что ничего такого не вижу. Так что придется переться через это казино. Да, привет, привет. Вот, держи оружие. Так, до свидания. Ты со своей деткой меня уже достал. Я тебя когда-то точно прикончу. Так, стоп. Нам вообще не туда или нет? Нам туда или не туда? Нет, нам как-то туда. Так. Я немножко уже подзабыл. Да, нам сюда, здесь лифт. Так. Вот этот лифт. Или нет? Нет, это не лифт. Это дверь во двор. А где лифт? Так. Почему я забыл, где у нас лифт? А, вот, лифт на 13 этаж. Потому что этот лифт как-то странно выглядит. Вообще не похож на лифт. Так, хорошо. Так, вам там норм, да, что я здесь себе хожу в этот номер? Ну, видимо, да. Интересно, трупак Бенни убрали оттуда из той ванны, где я его тогда замочил? В его номере люкс. Так, Yes Man. О, привет, могу помочь тебе чем-то еще? Да, можешь. В общем-то... Ты упоминал о бункере в форте. Правильно, это одна из двух точек сети хаоса, оснащенных нестандартным аппаратным обеспечением. Я предполагаю, что там есть считыватель, который может декодировать фишку, а может что-нибудь еще. Вдруг там гигантский робот или что-то подобное. Так, понятно, я выясню, что там. Супер, сообщи мне, что там обнаружится. Так, вы армия. Новое задание. Ладно, я вообще-то хочу тебе рассказать о братстве Стали. То есть мне нужно спросить у них, поддержат ли они независимый Вегас. О, нет, я совсем не о том. Кому нужна их поддержка? У тебя же будут секвиротроны. Их на все случаи жизни достаточно. Я только хотел сказать, что тебе стоит узнать эти племена получше и понять, кто тебе нравится, а кто нет. Ну, понимаешь, очертить будущее Вегаса, выбрать соседей. Если тебе нравится племя, оставь его в покое. А если племя противное или грозит проблемами, вперед, уничтожь его, все в твоих руках. В общем-то, да, я сделал уже... такое с братством Стали, и с какими племенами мне стоит познакомиться поближе? Их много, с некоторыми тебе уже довелось повстречаться. С председателями, например. Я думаю, тебе точно стоит посетить другие семьи на стрипе, Амерту и общество Белая Перчатка. Просто чтобы разобраться, почему они тикают. Кроме стрипа, есть и другие важные группы. Бомбисты, Великие Ханы и братство Стали. Так, давай поговорим о племенах, с которыми мне стоит познакомиться поближе. Конечно, спрашивай. Так, в общем-то, мне удалось уничтожить бункер Братства Стали, вот. Ты точно знаешь, как сделать робота счастливым? Нет, серьезно, ты мне просто праздник устраиваешь. Минус одно, осталось 4. Хорошо. Так, я достаточно знаю об Амерте, чтобы понимать, что их лучше оставить в покое. Нет, я еще пока недостаточно о них знаю. В общем-то, поговорим о чем-нибудь другом. Так, думаю, остальные дела мы будем делать уже потом. Даже не в следующей серии. В следующей серии мы пойдем проходить какой-то DLC. В общем-то, да, там уже решим. А на этом, наверное, будем прощаться. В этой серии мы неплохо поработали, уничтожили бункер Братства Стали, потому что они к нам очень плохо относились. И, в общем-то, да, как они со мной, так и я с ними. В общем-то, надеюсь, вам понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс, и мы очень скоро увидимся. Играйте в Fallout New Vegas. Всем пока!